Добрый день, это Агний Игнатьев. Мы разбираем уже четвертую часть по флэт дизайну. И сегодня мы будем делать сердечко. Как бы это странно ни звучало, но это, наверное, самое легкое, что можно сделать для начала. Так, выбираем кружочек, создаем дубликат этого кружочка. Но мы будем не просто делать сердечко, а вот маленькой хитростью. Так, вот, два кружочка, одно должно наезжать на другое. Мы выбираем эти кружочки. Есть в программе, тут некоторые моды, так сказать, есть объединение, есть вырезание, ну и так далее. Мы давайте объединим. Вот мы их объединили. Теперь по классике правой кнопкой мышки, Convert to Path. И теперь мы сможем редактировать точки. Мы переходим на вторую стрелку, удаляем две лишние точки. И у нас осталась здесь одна точка. Сразу я ее объединю, чтобы можно было редактировать одновременно. И опущу. Такая штукенция получается. Вот такое сердечко у нас выходит. Конечно, можно сделать его покрасивее. Но это на вкус и цвет. Всем спасибо.